Приходит, значит, раввин к священнику и говорит: слушай, отче, вот велосипед у меня угнали, и знаю я точно, что это из моей общины. Как вот мне вычислить вора? Ну, поп ему дает наставление, что вроде, ну, ты созови всю общину, начни зачитывать перед ними заповеди, 10 заповедей. Ну и как дойдешь до заповеди «не укради», смотри внимательно в глаза, кто глаза опустит, ну, тот, значит, и виноват. Он хорошо ушел, пришел, говорит: помогло, батя. Тут говорит: а как? Он говорит: ну, так, вроде бы так, а вроде бы и не так. Я, говорит, собрал их всех, зачитывал им 10 заповедей. И как дошел до заповеди «не прелюбодействуй», вспомнил таки, где велосипед оставил.